185 выпускников областного центра в этом году отмечены золотыми и серебряными медалями. В прошедшую субботу глава Архангельска Игорь Годзиш лично вручил аттестаты и подарки от администрации 20 медалистам гимназии номер 3. Эти ребята – золотой фонд гимназии номер 3. 20 медалистов – гордость школы и учителей. Позади выпускные экзамены, впереди яркая и насыщенная студенческая жизнь. Выпускник Роснефть-класса Вадим Цыпанов планирует учиться в высшей школе энергетики, нефти и газа САФУ. Студенческая жизнь, говорят, самый хороший период жизни, поэтому будем отталкиваться уже от этого. Прощание со школой – праздник и радостный, и грустный одновременно. Все эмоции на лицах выпускников. Счастье, радость, потому что я вижу таких красивых людей. Мы видимся, возможно, в последний раз с одноклассниками, и хочется запомнить этот день прям навсегда, на всю свою жизнь. Медали и аттестаты выпускники третьей гимназии получили из рук главы Архангельска. Самый сложный труд на этой земле – это труд над самим собой. Поэтому чрезвычайно рад, что столь высокие достижения вы показали, потому что эти достижения говорят об общем уровне образования всего города Архангельска. На память выпускникам подарок от главы города. Книга «Мое имя Архангельск». На страницах издания впечатляющие фотографии, эксклюзивная информация о северных широтах, живой рассказ о быте отважных северян. Чтобы во взрослой жизни ребята не забывали о родном городе и имели пример, на кого стоит равняться. Виталий Барашков, Александр Кузнецов, Регион 29.